Они, небось, на дорогу упали. Нет, они упали вот в тот зеленый островок. Вон туда? Ага. Слева? Вон они. Я тебе говорил, на дороге они. Сели на столб, по крайней мере, одна за столбом на проводах сидит. Да, блин, как надо было нам точно на дорогу. Сколько их? Штук 7, по-моему, да? Вон одна у столба сидит. А остальные где? Либо упали дальше. Или в провиску. Да нет, они не падали, мне кажется, они туда ушли далеко. Ну подождем вот эту, что она. Может, она покажет нам, куда они делись. Она-то к ним полетит. Сердечко, блядь, забилось, да? Угу. О! За кух, да? Да, вон туда, на ту сторону. Ну, вариант... Пойти, обойти там. Вариант следующий. Выйти туда, потом зайти с той стороны. Потому что здесь... Может получиться так, что они где-то... О, я сейчас... Да, романтик, блин, какой этот табунчик. Либо два, три вывода. Ну, где-то там. Потому что, видимо, это какое-то... Вот это пиво. Красное дерево. Я вчера две бутылочки крепкого бочонка. Да я посмотри. В провиске никого, никого. Да, блин, как на дорогу что-то. Как мне хочется это, знаешь, что... Там тайничок бы, да? Тайничок. Ты уже тайник самая такая. Спортивная команда. Да. Азартная. Приятно подергать. Вот тебе и это сейчас дня. Тут не такой варенький нет. Нет, в этот раз не того. Ну да ладно. Я у нее не доставал. А дырища большая? Да нормальная так. Где-то тут. Ладно, потом. Она прямо идет от шнура. А, ну, наверное, на шнуре протер. Мне кажется, надо туда вот за стол зайти. Да, далеко. Вот на такой бы провисочку, да. Да. Но они в нее не падают. А так глянь, травка какая. Островок классный. Да, место нормально. Тут еще можно ловить, если не застроят в ближайшее время. Да меня вот это убивает, пуханина вот эта. Да. Сейчас все штаны будут в этой ерунде. У тебя-то вон это, балонь какая-то. Да, ну, нет, нет. Вон это, синицы пошли, по-моему. Они уже ушли давно. Ну что, как? Да мы, наверное, услышали бы. Так, ну надо один здесь, а одному туда.
Да не. Одному опять на ту сторону. Елки, а мусора сколько. Ну она вот куда-то вот падала. Ну падала она вот сюда, за куст. О, Артур. Так. Че, мне поверху можешь идти? Ну, можешь, да. Потому что мне так... Ну, на дороге нету их. А куда они все вместились тогда? Тут и места столько нету. Куда сесть-то? Ну, так, дерево куда-то вот шла сюда. Вот, то ли они этой машины боятся. Слишком близко. Надо было ее ближе к лесу туда. Да теперь-то уже ни к чему. Не, по-моему, они ушли. Ну давай, ближе. Конек сзади меня летит. Вот они. Бля, дерутся, елки. Вон, они на дорогу. Это выводок молодой. Бля, дерутся. Че это за фиг? Слышишь звук? Там он на дороге сидит, парочка. Да они вряд ли, Олег, этот, да хватит, ну попытаться же надо. Ну, в принципе, да. Чё делать-то? Там на зале. Они не наступают. Ну да. Вон одна с проводов упала к тем. Вон они бегают. Вот, говорит, ты не тот, да? Да. Вот еще две поднялись. На проводах, что ли? Может, надо было позывку записать, а не песню. А что-то я на проводах не вижу, и вы. Да я трех, да. А, вон, я вижу, сидит его. Не, они до машины не долетели. Да вот это вот надо подождать, которая на проводах. Юла, Юла. Еще две. Да это конек. Не, вот юла с бугра поднялась. А эти почему-то не поднимаются. Вот еще одна поднялась. Из-под куста. Угу. Вон, четыре.
Ну там, если они в середку упали, они там не запутаются. Грехвостка. Не, одна вон под сетью. Ну хоть одного взяли. Ну да. Блин, как это? А как же они сидели? Да они вот тут сидели. Они не дошли до сети. Блин, их мы поторопились. Ну да, надо было. Тебе-то надо было смотреть. Да я их не вижу. Мне за деревьями. Вот в чем дело. Блин, их вообще кошмар, откуда их столько? Да, может, местный. Да не надо. Сколько ушло, и тут еще десяток поднялся. Свежачок, да? О. Самец. Видишь? Да. Ну да, ловище прям брояки. Красавец. Поспешили мы. Тебе надо было подходить, они, может, забежали бы. Послушай, я стоял за кустом, я вот единственный...